Всем привет! Сегодня в обзоре набор доктора. Идет он в довольно-таки большой коробке, предназначен детям от 3 лет и старше. В нем 33 предмета и выглядит он таким образом, как на фото. С обратной стороны такая же картинка, только вертикально, а не горизонтально. И в принципе вот здесь есть инструкция, как собрать правильно тележку. Еще есть ручка для удобства ношения игрушки. Ну, в принципе, осталось только достать и посмотреть содержимое. Итак, в комплекте мы видим части тачки. Это колеса, еще какая-то часть. В пакете инструменты медицинские. И еще вот эти инструменты и ручка. Тележка очень легко собирается и быстро. Не получается полностью мне взять ее в кадр. Поэтому покажу так. Получилась она высотой 55 сантиметров с ручкой. Так, есть капельница. Вот иголка, вот трубочка и бутылочка. Стетоскоп, по-моему, называется. Идет на батарейках. Светится и стучит сердце. Эта штучка у нас тоже на батарейках, чтобы смотреть ушные раковины. Подсветка. Это у нас какая-то бутылочка. Это у нас очки для эболита. Это у нас бейджик. Так, нижняя полочка, у нас молоточек, это, я так понимаю, пипетка, мягкая, шприц, ножницы, пинцет. Ну, это такие пилюли, прям гигантские. Они открываются, но ничего в них нет. Это такой лоточек. Коробочка с лекарствами, но без них. И у нас градусник, тоже на батарейках. И показывать у нас температуру электронной. Еще можно поменять температуру нормальную. Вот 39 температура, 38, 37. И наклейки. Нижняя наклейка — это вот сюда на экран данного прибора. Очень интересный набор доктора, объемный, на тележке, замечательный подарок для ребенка. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео, не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание, до встречи!